читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры с 1 по 16 февраля открыта книжная иллюстративная выставка «Душа народа в его песнях, в его танцах». Ничто так ярко не отражает жизненные ценности народа, как народная музыкальная культура. Среди основных жанров народной музыки можно выделить припевки, песни, танцы и хороводы, пляски с песнями и обрядовый фольклор. Через народную песню и танец можно узнать историю народа и его надежды на будущее. И вот уж без чего совершенно невозможно представить русского человека, так это без песни. То широкие, протяжные, то удалые плясовые, то скорые чистоговорки-частушки, то напевные, лирические. Не зря говорят, душа поет, задушевные песни. Русская народная музыка неоднородна. Существуют заметные региональные традиции. На выставке русские и украинские народные песни, песни и танцы разных народов, песни Кубани, Урала, песни тюменских старожилов и Камчатки. Искусство танца не разрывно с музыкальным и песенным творчеством. Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народный танец – это прежде всего состояние души, а не возможности тела. Лучшим способом познания души народа, лучших сторон его характера, его самобытности является народный танец и народная песня. В экспозиции выставки представлены нотные сборники, грампластинки и аудиозаписи с исполнением знаменитых хоровых коллективов, ансамблей песни и пляски, фольклорных ансамблей.